Здравствуйте, коллеги, с вами Константин Глазунов, Кусинский завод деревообрабатывающего оборудования, торговая марка «Пилтех». Представляем модернизированный станок для переработки танкомера УПТ-250М. Это многопил с фрезерно-бурсующим узлом, который предназначен для того, чтобы из круглого бревна сразу делать обрезной материал за один проход. Ширина плахи задается с пульта с индикацией размера на табло. Все, поехали! Вот сейчас вы видите плавный пуск всех приводов станка с отображением нагрузки на индикаторах. Подачу бревна на цепную бревнотаску удобнее производить с эстакады. Скорость подачи транспортера регулируется также с пульта и корректируется в зависимости от нагрузки на основные привода станка. Обратите внимание, сейчас на входе в станок стоят два лазерных указателя. Они как раз нужны для того, чтобы точнее определить ширину плахи на конкретном бревне. Ширину плахи можно задавать без остановки станка, а под каждое бревно. На выходе у нас получается два горбыля сверху и снизу и обрезной материал. Размеры обрезного материала задаются, как я уже сказал, шириной плахи и положением пильных дисков. Подачу заготовки можно производить непрерывно, без остановки. Станок прекрасно справляется с древесиной повышенной конусности и кривизны. Твердые породы дерева, без проблем береза. Вот в таком режиме, когда один человек подает, а один принимает, в заводских условиях у нас получилась производительность 6 метров кубических в час. Что, согласитесь, очень неплохо. Станок прекрасно подойдет для поддонщиков, для тех, кто заготавливает тарную доску. Также у кого скопилось очень много баланса и танкомера, можно очень удобно и быстро его переработать в деловую древесину. Хочу еще отметить, что станок оснащен системой, встроенной системой аспирации и точность геометрии готовых изделий плюс-минус 0,5 мм. Ваши вопросы вы можете оставить в комментариях под этим видео. Характеристики, фото, цену можно посмотреть на нашем сайте, ссылка есть в описании. А я желаю вам удачи в делах. С вами был Константин Глазунов, Кусинский завод деревообрабатывающего оборудования, торговая марка «Пилтех».